Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. В этой короткой серии мы изучаем очень важную тему — божественные институты. Бог имеет всю власть, и Он управляет этим миром через делегированную власть. Он делится своей властью или делегирует ее людям. А делает Он это через семь божественных институтов, каждый из которых затрагивает разные сферы власти. И чтобы нам хорошо жилось, мы должны уметь различать ту власть, которую Бог принес на землю, через определенные божественные институты. А еще мы должны быть настороже против духа беззакония. Дух беззакония приходит в мир от сатаны. Беззаконие — это не просто непослушание Богу, а отвержение Божьей власти. Иными словами, это бунт. Итак, в мире есть дух беззакония, который, по словам Иисуса, возрастет в последнее время, а при Антихристе раскроется во всей своей полноте. Сюда входит непринятие власти как таковой. Беззаконие считает власть проблемой. Тогда как настоящая проблема этого мира — это грех в сердцах людей. Божественные институты — это различные сферы, делегированной Богом власти. Мы уже говорили о том, что важно знать эти божественные институты, поддерживать их и почитать. И это важный ключ к успеху в жизни. Это важный принцип упоминается в послании к римлянам, 13 главе, 1 и 2 стихах. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, а существующие же власти от Бога установлены». Посему противящиеся власти противятся Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Тут сказано, что есть разные виды власти, и чтобы подчиняться Богу, вы должны подчиняться и этой делегированной власти. В Слове Божьем указано семь таких сфер. В прошлый раз мы разобрали первую из них. Это свободная воля. Бог создал нас по своему образу. А это означает, что Бог суверенный. И Он наделил нас некой мерой суверенности или власти над нашей собственной жизнью и средой обитания. Итак, мы имеем власть над собственной жизнью, и Бог это уважает. Это называется свободная воля. Бог уважает нашу свободную волю, но нам придется дать Ему отчет, как мы ею распорядились. Остальные божественные институты основаны на свободной воле. Получается, что свободная воля ⁇ это основополагающий институт. Другие божественные институты, если они работают правильно, должны защищать свободу и свободную волю и создавать атмосферу порядка и мира, чтобы мы могли иметь свободу для жизни. Второй божественный институт ⁇ которые представил Бог, — это работа. Конечно же, на рабочем месте тоже есть власть, работодатель и работники, господин и слуги. Работа — это то, что появилось еще до грехопадения. Первые четыре божественных института были представлены еще до того, как человек согрешил. В Бытие 2 главе, 15 стихе, Бог дает Адаму работу в Эдемском саду. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Как видите, Адам получил работу — управлять землей, начиная с управления и возделывания Эдемского сада. И он должен был делать это под Божьей властью, то есть подчиняясь Божьей власти. И в Библии полно таких мест писания. Например, в послании к Ефесянам, 6 главе, 5 стихе, сказано, ⁇ Рабы или работники, повинуйтесь Господам своим, тем, кто над вами, по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего как Христу, не с видимую только услужливостью, как угодники, но как рабы Христовые, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, рапли или свободный. Иными словами, вы должны понимать, что ваш начальник на работе, поскольку работа — это божественный институт, имеет власть от Бога. И когда вы подчиняетесь ему и правильно к нему, относитесь, вы тем самым правильно относитесь к Богу. Вы не можете быть против начальника и при этом не быть против Бога, потому что он носитель власти от Бога. Поэтому тут сказано, делайте это как для Христа, потому что на самом деле вы подчиняетесь Богу и Христу. То же самое мы видим в послании к Колосинам. Это третья глава, с 22 по 24 стих. В первом послании к Тимофею, это шестая глава, первый стих, и в первом послании Петра, это вторая глава, с 18 по 20 стихи. Во всех этих отрывках сказано, даже когда к вам относятся неправильно, не сказано, что вы не должны оставить себя, но при этом вы должны оставаться в повиновении той власти. С этим у многих людей проблемы. Мы должны понять, что власть может быть не идеальной, но при этом мы все равно должны принимать эту власть и подчиняться ей. Итак, это был второй божественный институт. Третий ⁇ это брак. Он также впервые упоминается в книге «Бытия» второй главе. Но давайте сначала взглянем на «Бытие» первую главу, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Здесь Бог устанавливает и определяет различия между полами. А в Бытии второй главе Он создает брак. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Иными словами, Бог создал Еву, которая была идеальной парой для Адама, и идеально дополняла его, чтобы помогать ему в его задании. А также, чтобы избавить его от одиночества, она заполнила пустоту в его сердце и стала его второй половинкой. Они стали одной плотью, и вместе они получили способность иметь детей. Это был союз на трех уровнях. Она объединилась с ним духовно в его видении и призвании, помогая ему исполнить его. Она стала ответом на его одиночество, дополнив его, как его половинка. А еще они объединились телесно и родили детей. А в Бытии 2 главе 23 стихе Адам сказал такие слова. «Вот, это кость от костей моих, и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Это говорит о том, что Адам был в полном восторге от Евы и принял ее как свою жену, потому ставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И будут два, одна плоть и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Иисус тоже говорит об институте брака, называя его «божьей задумкой». Это Евангелие от Матфея, 19 глава, 4 стих. «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал?» Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Брак Адама и Евы является моделью брака. В браке тоже есть власть. Библия говорит, что муж — глава жены. Это не означает, что мужчины главнее женщин. Это означает лишь то, что в браке есть власть, и это подтверждено в Новом Завете, в первом послании Тимофею, второй главе, и в первом послании Коринфянам, одиннадцатой главе. Там говорится о том, что Адам был создан первым. Он даже дал Еве имя. Очевидно, что он был главой семьи, но при этом во многом они были партнерами. Фраза «муж – глава жены» означает две вещи. Во-первых, голова – это источник любви, обеспечения и защиты для жены. Во-вторых, это власть в отношениях. Только в рамках брака должны существовать сексуальные отношения. Потому что термин «одноплоть» употребляется в контексте брака. Как видите, все эти вещи определены божественным институтом, который ввел Бог. Муж и жена дополняют друг друга для продолжения рода, для совместного владычества в работе и для совместного счастья, создается впечатление, что мужчина и женщина неполноценны сами по себе. Божий образ выражается на полную только тогда, когда мужчина и женщина вместе. Итак, дух беззакония атакует институт брака и власть внутри брака. И, конечно же, он достигает своей цели, когда власть ведет себя плохо. Это используется как основание для непринятия власти в целом. Из истории мы знаем о греховном неравенстве и несправедливости по отношению к женщинам, потому что мужчины часто злоупотребляли своей властью, и это обязательно нужно исправить. Но существует риск вместе с плохим. Избавиться и от хорошего иногда такое случается, и общество начинает отрицать разницу между мужчинами и женщинами. Особенно это касается их ролей в браке. Это ошибка, потому что Бог не изменился. Брак остается Его божественным институтом. Итак, в браке есть власть. А не принятие этой власти это беззаконие. Муж имеет эту власть независимо от его желания. Вы можете сказать, что это несправедливо, но это делает его ответственным и подотчетным Богу. Бог всегда судит власть имеющих строже, чем тех, кто под властью. Поэтому быть у власти не так уж и просто. Например, в послании Иакова 3 главе 1 стихе сказано, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, то есть представителями духовной власти, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Поэтому хорошенько подумайте перед тем, как стремиться к власти. Но если уж вы у власти, например, вы муж, тогда не стыдитесь этой власти, потому что это власть от Бога. Думаю, настоящим женщинам нравятся сильные и уверенные мужчины, которые могут нести эту власть но только если муж использует свою власть, чтобы создавать атмосферу любви, мира и благословений. Ей не нужен кнут, ей нужен любящий лидер. Тут, конечно же, стоит прочесть послание к Ефесянам, пятую главу. Ну а как иначе. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу. Это новый завет. Что же это означает? А это означает, что ваш муж ⁇ это власть. Может и не идеальная власть, но от Бога. Повинуясь ему, вы повинуетесь Господу. А если вы бунтуете против Его власти, то вы бунтуете против Господа, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и Он же Спаситель Тела. А вот и любовь. Он имеет власть, но при этом он должен быть и спасителем. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем мужья. «Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть муж должен использовать свою власть, чтобы благословлять, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Если жена находится под хорошей властью своего мужа, то она будет благословлена. Она будет славной, если он будет делать все, что может, дабы реализовать ее потенциал. Если это жестокая власть, то она будет страдать. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Колосся нам третья глава. Жена, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен. Первое послание Петра. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Итак, Бог вложил в брак власть, а беззаконие атакует брак таким, как Бог его задумал. Четвертый божественный институт, установленный Богом, — это семья. Речь о родителях и детях. Так семья становится основной ячейкой общества. Семьи существуют для заботы и обучения следующего поколения. Кстати, школа ⁇ это не божественный институт из Библии, потому что именно родители ответственны за обучение своего ребенка. Родители должны вкладывать в своих детей знания о Боге. Они не должны возлагать эту ответственность на школу. Они сами должны учить своих детей особенно Божьим ценностям, Божьим путям и любви к Богу. Ответственность за это лежит на семье, на родителях. Конечно же, школа ⁇ это хорошо, но я сам был учителем, и нас учили, что школа действует по принципу loco parentis, то есть вместо родителей. Иными словами, родители делегируют часть своей работы по обучению своих детей школам, и школы работают вместо родителей. Технически под властью родителей. Поэтому родители должны понять, что они имеют власть в том, что касается их детей. Когда государство берет на себя слишком много и начинает контролировать образование, это неправильно. Когда я готовился стать учителем, то заметил дух беззакония даже в этой сфере. Уже в первом семестре, вместо того, чтобы учить меня, как справляться с детьми, нас пичкали либеральными взглядами о том, как неправильно властвовать над детьми. Библия говорит, что все мы родились во грехе, а гуманизм отвергает это, говоря, что все это ерунда, и все дети в целом хорошие. Они как растения, их нужно просто поливать, а не указывать им, что им делать, потому что такая власть навредит им. Пользуясь властью в такой ситуации, вы чувствуете себя неправильным. Это подрывает власть, которую Бог дал родителям и учителям. Такого рода гуманистский подход ⁇ это проявление беззакония, потому что он подрывает власть и отрицает, существования греховной природы. Беззаконие говорит, что проблема во власти. Если мы уберем власть, то все будет хорошо. Но факт остается фактом. Все мы родились во грехе, и поэтому детям нужны ограничения власти, пока они не научатся обуздывать свою плоть, свою греховную природу, хотя бы в элементарных вещах. Им нужна власть, чтобы расти. Если вы позволите им делать все, что им хочется, их греховная природа расцветет, и вы их просто испортите. И в итоге они будут неуважительно относиться к своим родителям, учителям и другим властям. Именно поэтому в школах мы видим такое беззаконие. Люди, которые ходили в школу в 50-х или 60-х, были бы шокированы тем, что происходит сейчас в классах. В классе хаос. А у учителя совсем нет власти. Почему же так произошло? Потому что дух беззакония пришел в систему образования. Когда вы убираете ограничение власть, беззаконие процветает, и в результате все лишаются свободы. В среде беззакония царит хаос, когда каждый делает то, что хочет. Правильная власть создает атмосферу порядка, мира и единства. Она защищает свободу и самовыражение. А вот почему занятия в школе страдают, потому что это беззаконие проникло в нашу культуру. Детей поощряют не уважать власть. Такой либеральный подход называют любовью. Якобы любовь — это позволяет делать все, что захочется. Но это не любовь, а ненависть к детям, потому что так вы их портите, вы растлеваете их беззаконием. Они ничему не учатся. Со злоупотреблением властью нужно работать. Но не путем уничтожения и уничижение власти и ее принципов. Нужно просто учить власти учителей, родителей, как правильно использовать свою власть с любовью. Итак, родители ответственны за обучение своих детей, и не нужно пренебрегать этой ответственностью. Мне нравятся слова Бога об Аврааме. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить с путем Господним, творя правду. Авраам использовал свою власть в семье, чтобы наставлять свою семью на пути Господне. То же самое вы должны делать со своими детьми. Наша проблема в том, что государство превышает свои полномочия и заступая на территорию семьи, особенно в вопросах воспитания, перегибает полком. Например, это происходит в больницах, когда родителям запрещают забирать детей из больницы и лечить их в другом месте. Государство вмешивается, и это злоупотребление властью. Государство перехватывает власть семьи. Государство имеет право вмешиваться, но только в том случае, когда семья переступает закон например, в случае насилия над детьми. А в Бытии 2 главе 24 стихе сказано, «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Это означает, что человек находится под властью своих родителей, пока не придет время покидать родительский дом. Даже если вы уже взрослый человек, но все еще живете с родителями, то они в некоторой мере имеют власть над вами, потому что вы живете в их доме. Послание к Ефесинам, 6 глава, 1 стих, говорит нам, «Дети, повинуйтесь своим родителям Господи, ибо всего требует справедливость». Это намек на то, что власть родителей исходит от Господа, и вы повинуетесь не просто родителям, а самому Господу. Почитая Отца Твоего и Мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражаете детей ваших, не ожидайте, что они будут вести себя как взрослые пока они еще детям, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Итак, родители, у вас есть власть от Бога. Не стыдитесь этой власти и... Не поддавайтесь духу этого мира, который говорит вам, что вы жестоки и неразумны, если хоть как-то дисциплинируете своих детей. Хочу сказать, что все власти должны подчиняться Богу, как наивысшей власти, которой они подотчетны. Все мы подотчетны Богу. Не нужно говорить, что вы имеете абсолютную власть. Абсолютная власть только у Бога. А если вы начнете действовать таким образом, то это будет уже злоупотребление властью. Подчиняйтесь Богу как наивысшей власти, не будьте неисправимы. Вы получили свою власть от Бога, поэтому не можете делать все, что вам хочется, потому что за все это вы дадите отчет Богу. Не стоит также стыдиться своей власти, но если вы плохо представляете Бога, к примеру, неправильно относитесь к своим детям, то не стесняйтесь извиняться. Таким образом, вы признаете, что над вами есть более высокая власть. Я должен был представлять для вас Бога, но не справился с этим. Дайте им знать, что вы находитесь под Божьей властью. Это не ваша власть, а она дана вам, чтобы представлять Бога. Если они это поймут, тогда в их глазах вы будете иметь еще больше власти и авторитета, потому что они поймут, что повинуются не только вам, но и Богу. А если они бунтуют против вас, то значит бунтуют против Бога. Это увеличит вашу власть, но и сделает вас подотчетным. Итак, когда вы ошибаетесь, нужно извиняться, и это принесет вам больше уважения. Повинуясь Богу, вы увеличите свой авторитет в их глазах, и они поймут, что Бог ⁇ это наивысшая власть. Так вы преподадите им очень ценный урок о власти. Мы должны демонстрировать свою власть в смирении перед Богом и людьми. Итак, мы разобрались с четырьмя. Божественными институтами ⁇ это свободная воля, работа, брак и семья. Эти божественные институты существовали еще до грехопадения. И в следующий раз мы посмотрим, к чему привело грехопадение человека. И как появились еще два божественных института с целью сдерживать зло которая распаясалась из-за падения человека. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл.